Hello, everybody, меня зовут Честер, и мы продолжаем играть в игру под названием Metal Gear Phantom Pain, и сегодня у нас уже шестая сюжетная миссия, миссия под названием «Где прячется жало?». Это очень сложное, просто сложное задание, и приступаем. В общем, надо начать утречком, потому что первый этап мы будем выполнять утром, второй этап мы будем выполнять уже ночью. Я покажу, как это. Второй этап. Так. Нет. Кстати, покажу я вам голову Снейка. Вот такой вот у нас голый Снейк. Ну, не голый. Так. Тигр, лес пустынный. Шарфиком. Вот такой Снейк сегодня пойдет. Ну что, вроде бы все, что нам нужно, мы берем. Ну, сейчас я паузу. Так, паузу отжимаем. В общем, сейчас прочитаю жалобы to be sleep. Где спящий же какой-то хрень. Панищий вином с них. Locate and bring back the U.S. military's new weapon codenamed Honeybee. The CIA put it in the hands of the Hamid group of Mujahideen. But the Hamid fighters were wiped out. The Honeybee must still be hidden at their base, the fort at Dasmasi Laman. Unfortunately, the Soviets are looking for the weapon as well. You have to get to it before they do, and bring it back here. There's a photo of the target on your iDroid. One more thing. Apparently, one of the Hamid fighters survived. He's missing, but if you can find him, he might lead us to the target. Good luck, boss. В общем, сейчас нам нужно найти Хамида. Он у нас пленник. Поставить на него меточку, а потом его освободить, как бы, и допросить, чтобы было все отлично. Так. Это штурмовой вертолет. У нас сейчас пока нет никаких базук. Но я думаю, пойти лучше будет вот так. Да. Интересно, здесь... А, даже не буду стараться. Ладно, я сейчас нажму на паузу, потому что будет очень долго. Ну так, у нас здесь вражеский блокпост, поэтому нужно его обчистить, всех забрать и допросить. Что эть? Какой эть? Спать? Ау в порядке. Твоего друга не ау зовут. Да чтоб тебе спать! Ну наконец. Отправим это. Так, больше никого нет? Или еще на вышке кто-нибудь есть? Так, ну он нам не нужен. Прости, чувак. А че ему выстрелил в голову, а он не умер? Так. Ну-ка, просыпайся. Да нахуй мне твои алмазы. Такого. Мне не алмазы нужны в данный момент. Мне нужен пленник. Он знает, где жало. Ну, я тоже, в принципе, знаю, где, но, возможно, я ошибаюсь. Они его спрятали. Так, ну, нужно полынь собрать. Это обязательно. Без полыни никуда. Так,
Ну все. Все, по-моему, готовы. Пауза. Ну уже, ребят, мы уже приближаемся. Так, вон он. О, что это было? Все, они садятся. Поэтому мы сделаем сейчас шум. Так, не, не так. Пока они не уехали. Сейчас кое-что попробуем. Ждем. Так, они немножко пересрали или уехали, я так и не понял. А, так они уехали. Твари. Блин. Так, ну главное, мы их отметили, они теперь доехали до нужной точки, можно делать темень. Буря. Так, а вот и ночь. Так будет проще пробираться. Анализ complete. Так, сальто делает он правильно. Так. Окей. Так, куда ты ложишься? Побежали. Тут ты... Но если я его убью, они не сразу заметят. Они только сейчас вот пошумят. Сказал. Он поднялся наверх или вниз, я так и не понял. А, вот он. Да ты! Вражеский снайпер ликвидировал. О, чёрт! Так, ну отлично. Пробираемся. Это моё. Это вам больше не нужно. Нет, не надо. Внимание, какого нарушителя? Я законопослушный гражданин Афганистана. А, и еще контейнеры не могу тырить. Так, где моя дихор? Ничего нет. Главное найти спокойно и не привлекать лишнего внимания. А? Какой стелс? Главное сейчас не подниматься, а то могут напасть. О, буря. Это мне на руку. На копыта это мне.
меня ж самого в глазах как будто как пыль летит, песок. Серьезно. Режет глаз. Так, интересно, у меня на пистолете есть фонарь. Вот. Побежали. Шевелись, Платвёна. Опа, есть трава. Мне в Безумном Максе понравились эти бури, там начинают летать детали, которые нужно для собирания, для того, чтобы чинить Макса, чинить машину, чинить, короче, все. И порой летают ящики, когда буря, их там зацепил гарпуном, а потом выбегаешь и начинаешь их бить ногой. Так, пока ты бьешь ногой, в тебя может прилететь какая-то железяка там. Серьезно, это так смешно и прикольно одновременно. A single burst from his machine gun could cut a man in half. Tread carefully, boss. Ой. Вертолет. Это плохо. У нас еще нет больших пушек. Но я еще не сделал. Да и мне не предлагали. Вот он. Крокодил ваш. Да как? Как он меня заметил? Impossible, мать вашу! Я знаю кунг-фу. Опять стелс накрылся. Кто там стреляет? На тебе. А! Война. О, войны вечеринки. Кто это там? Это точно не вертолет. А сейчас вертолет прилетел. Нифига вертолет мочит. Ну зато экшончик с вертолетом. Спать. Так, мне нужно как-то за пулемет сесть. Да не убирай его, давай. Где ты? Его можно убить. Ей нужно. Дополнительное задание — убить вертолет. Так что я его выполняю лучше здесь, на маленьком КПП. Только попробуй его еще выполнить. Очнулись, мудаки? Есть! Вот, попался. Ах ты ж.
Какая в жопу граната, отстаньте от меня своей гранатой. Так. Интересно, интересно, а так можно? Не, не получится. Улетаешь, мать? Ну ладно, валим. Зигзаг! Вы почти у цели. Бежать, бежать. И... Нас не поймают. Как-то нас не сломить. Черт, зацепился Снейк. Черт. Так, ребят, я залягу на дно. И пока мисс пауза. Ну все, вроде бы они мне пока мисс не сильно так и ищут, можно стелсить дальше. Тырить и все такое. Мы почти уже у заложника. Сейчас вырубим свет. Твою мать. А, ну они там же гуд. Значит, гуд. Два врага. Тихо, тихо. Заберем эти почести. Так, и что у нас тут? Блять, ну как вы меня видите, а? Я весь черный. Покрыт кровью. Кровью ваших убитых. Какой-то саундтрек зловещий играет сейчас. Ни хрена там нет, развернулся, мать твою. Здесь, по идее, должна быть песня какая-то играть, но она что-то не играла. Это деталь, пригодится. Чертежи. Черт, они пришли. Ну ничего, ничего. Эту миссию долго проходил, я, короче, этого профукал. Я его взорвал за... заложника. Так вот не надо идти сюда, ну... Мать! Блять, днём надо было сюда...
когда ночью играешь, никакого цвета не идет к монитору. А тут херня какая-то. Я даже этих врагов... Блять, да заебал ты уже, все, сука, убью вас нахуй всех. Блять, закашлял. Да блять. Кто следующий? Тут еще один был. Спать все. Да ебать. Да нихуя там. Вот так вот. Чё, блин? Speak. Месть! Где мой... Как он там оказался? Да сейчас мы найдем открытое место, где можно его эвакуировать, потому что так не получится. О, он упал. Ну ничего страшного, он живой. Все. Дело сделано. Что за? Вот что. So your suppressor is worn out. А что, я сломал гашетку? Looks like that prisoner you extracted was the main survivor. The guy's a mute, but he pointed out the whereabouts of the honeybee on a map. It's on your hydroid. Head on over there and retrieve it. Ну я знаю, где он находится. Нужно быстрее делать, пока они не проснулись. Ох, блять. Ты что знаешь, крепче спишь. Нужно идти с автоматом, потому что тут ждут нас уже, наверное. О, опять буря. Вот она. Жало. Ну вот, где мы можем вертолет? Так, где же тут выход? Где-то здесь. Да, блядь. Что это копает? Да, ты почти у цели. Туман. Вот и катсцена наконец-то.
Увидав такое чудо. You look well rested, big boss. My, my, how you've changed. You became a demon for such little weapons as that. Well, I'm sure you'll see the bigger picture eventually. If you get out of here alive. Rest in peace this time. I'll see you in hell, boss. Как там говорится? Да ну нахер! Бежать! Пока что с ними сражаться рано. Ах ты ж... Сука! Гоним, гоним, гоним! Ай-яй-яй, не получилось. Где наш Дихор? Есть, ты прям отлично. Ай, почти отлично зашел. Чего? В прошлый раз меня так не убивали, я быстренько смотался. Наверное, лучше не будем расставлять жало, я не знаю, я не помню. Повлияет это как-то на рейтинг. А вот вертолет мы еще сможем уничтожить. Как раз эти... Да беги ж ты! Да. Фу, блять, телепортаторы хреновые.
Все, мы сбежали. Так. Место посадки. Изменить нельзя. Скип. Так, все, мы прибыли. Я там по пути еще ограбил кое-кого, короче, там. Понимаете, да? Молим. Вертолет удрал. Ну, я про вражеский. Мне даже пострелять не дают. Достигнута цель задания 3/6 получить сотрудник с навыком. Уровень подразделения развития базы, бла-бла-бла, аэрогорд. Час проходил ее, нифига себе. Что да. О, как сцена. They attacked the Soviets too. And that Grim Reaper look-alike in charge of them. That giant thing that carried him off. What the hell are they? Cypher. Well, what do they want? What's their objective? Why Afghanistan? What is Jello? There's one more thing troubling me. What happened to the Hamid? Exactly. Whole squads of hardened Mujahideen killed without a fight, and no trace of BC weaponry. What does it all mean? That's what we're here to find out. Yeah, right. If we really need to know, the truth will reveal itself. Even if it's ugly. Mm-hmm. Афганистан сегодня. Октопус. Boss, I'm creating a new intel team to support you in our areas of operation. Members of this team will head out into the field and conduct reconnaissance. Knowing the strength of an enemy force beforehand will help you carry out missions more smoothly. We may also learn something about the skull-faced man. So, boss. That brings me to assigning staff to the intel team. There might be guys already assigned to other teams who are more suited to the intel team. Go ahead and reassign them as you see fit. Ну, про этот отряд расскажу немножко попозже. Особые добровольцы. Remember the guys you brought back from the base in Cuba 9 years ago? Believe it or not, some of them survived that hell we went through. Word reached them that Big Boss is back and they want it in. They're good men. Our brothers in fate. They'll be glad to know you've seen them here. Один только? Вообще. Еще какой-то сморщенный. И очередной негр. Это, блядь, сальдин пасик. Ричард русский. Отлично. The dog you brought back. There'll come a day when he'll be ready to join you on missions. But you know, he gets lonely easily. You should come visit him every once in a while. Get back to Mother Base. Знаете, его он станет легендой. Такой, как его можно назвать будет не Дидок, а, например, Изи Пизи, потому что, блин, с ним все становится Изи Пизи. Я потом все покажу. Вот он! Где? Подожди, он еще не вырос. See that? Now that's discipline. Following orders like a real diamond dog. Soon I'll be... No,
Stay, stay. Did it. Go. Не получается. Ну все, ребят, я на этом заканчиваю. С вами был Честер. Оставляйте свои комментарии. Сейчас нам про базу расскажет, которую я уже сделал. По-моему, это мне наш. А, хрен там наш. Да? Ну тоже не... это тоже нужно. Когда строительство платформы будет завершено, вы получите уведомление во время строительства. Вы сможете отправляться на задание. Так, ну, ребят, я на этом заканчиваю. С вами был Честер. Оставляйте свои комментарии и лайки. Если вам понравилось, то просите еще. Всем добра и пока.